Тут это такое. Вон тот, если я не ошибаюсь. Нет, такой же крест должен быть написан Тимур Петрович. На таком же кресте. Вон, посмотрим, вот. Там еще есть. Вон тот вот, посмотри. Вон тот? Да. Валера нашел Тимур Петрович, по-моему. По-моему, сходим, проверим. По-моему, да, ты прав. Ты вот когда посещаешь вот этих людей, там, Тимура, Вадика и Гурьянова, что все время люди с улыбкой как-то здесь находятся, в веселом состоянии духа и настроения. Да, это правда. Это правда, это отмечается, это, в общем-то, такая. Да, здесь. Да. Да. Они были во многом инициаторы, которые принесли этой культуры западной на нашу землю. Знаешь, сейчас обсуждать там, хорошо это или плохо, нельзя, потому что это было тогда время такое. Как это повлияло? Ну, как-то повлияло. Уровень и градус свободы и то, что называется толерантности, которая... Слово, которое сейчас пытаются запретить. Но у нас есть слово терпение, милосердие, сочувствие. Еще раз терпение. Бюджет, наркотики, извращенный секс и инопланетяне. Вот еще один отец, вот отец наш рейвовой культуры. Да. Ну, не только, он, конечно, феноменальный. Феноменальная личность, человек, художник. Очень противоречивый, но всегда излучающий какую-то удивительно яркую энергию. Но с ним всегда было весело, он удивительно у него... Очень быстрая реакция была и прекрасное чувство юмора. Воззвание ко всем. Орджипицы не сдаются. Орджипицы наступают. Я гидра ГКЧП. Я ползу на Петроград. Ха-ха! Ха-ха! Ой! Ой! Что это?
Спасибо вам, спасибо вам.